Stronghold 3 – самый настоящий продолжатель традиций. В плохом смысле этого слова. Firefly Studios, создатели серии, с 2001 года нередко баловали нас играми из этой линейки. Увы, с каждым годом они становились все хуже и хуже. Особых надежд на третью часть никто не возлагал. Даже мы предчувствовали худшее. Что же, похоже, все эти опасения оправдались. Представляем вашему вниманию видеообзор игры Stronghold 3 на Playground.ru. И ведь, казалось бы, выпустив столько проектов, дружно поруганных игроками и прессой по всему миру, можно было задуматься. Поработать над своими недочетами, пересмотреть концепцию, уволить виноватых в конце концов. К несчастью, разработчики не стали тратить время на вышеперечисленное, а попросту склепали еще одну игру. Stronghold 3 – экономическая РТС в средневековом сеттинге, полностью выстроенная на наработках предыдущих частей. Суть ее в том, чтобы постепенно, с нуля, выстроить настоящий средневековый город со счастливыми, сытыми и боголюбивыми жителями. Для военных действий здесь также есть место, но они, по большей части, витают где-то на втором плане. Любой город в этой игре начинается с возведения двух основополагающих зданий – склада ресурсов и склада съестных припасов. В первый складируется в основном то, из чего строятся дома и готовится пища, а во второй – уже готовый вариант. Все остальные здания в игре, по сути, нужны для того, чтобы ресурсы эти собирать и обрабатывать. Лесопилки для досок, рудники для камней и железа, пшеничные поля, яблочные сады, свинофермы, сыроварни, ну и так далее. Ресурсов в игре кот наплакал, а все представленные виды пищи влияют разве что на уровень благополучия населения. С тем же успехом можно было кормить несчастных жителей одними яблоками. Переживут. Впрочем, малое количество ресурсов для кого-то может стать своеобразным плюсом. Различных строений, не относящихся к сбору или обработке чего-либо, здесь не так много. Военные казармы, арсенал, церковь да таверна – основные из них. Зато здесь можно выстраивать длиннющие каменные стены, толк от которых лишь эстетически, все равно сломают. Показателей развития города здесь также до боли мало. Главный из них – уровень отношения жителей к вам. Зависит он всего от двух основных вещей – уровня налогов и уровня обеспеченности едой. Остальные факторы, вроде наличия церкви или трактира, второстепенные. Такой вот себе стратегический гений. Интерфейс ничуть не лучше. Stronghold 3 практически полностью лишена каких-либо подсказок. Строения не имеют ни удобного экрана отображения параметров, ни даже краткого описания своих функций. Что-то можно найти в запрятанных в дебрях энциклопедии, но перед этим можно наделать целую кучу ошибок, неправильно планируя город. А ошибок игра не прощает. Любая мелочь, даже на поздних этапах, может привести к необходимости перезапуска. К необходимости перезапуска может привести и, скорее всего, приведет обилие внутриигровых багов. Так, рабочие, таскающие ресурсы на склад, очень любят просто застревать в нем. Или замирать на месте прямо во время выполнения работ. Лесники не хотят рубить деревья, быки не хотят возить камень. Такие ситуации нельзя исправить руками, так как функция прямого контроля здесь отсутствует. На момент выхода в игре также не было возможности ускорения времени. Из-за этого приходилось буквально часами следить за очень медленным развитием дел на экране. Но это еще не самое худшее. Боевая механика вовсе может привести в ступор. Юниты не слушаются приказов, совершенно не распознают пути и вообще делают, что хотят. Лучники бросаются на мечников, копейщики стоят в сторонке. Балаган! Но самым сильным противником являются вовсе не вражеские солдаты, а дикие звери. Каково было наше удивление, когда прибежавший к стенам поселения волк резво вскарабкался по вертикальной лестнице на сторожевую башню и устроил там массакр. То ли это такое своеобразное понятие хардкора, то ли злой юмор разработчиков, неясно. В игре несколько режимов. Экономическая кампания, военная кампания, свободная игра и историческая осада. Названия первых трех говорят сами за себя. В последнем же нам обещались незабываемые сражения и шанс изменить историю, а также воссозданные по чертежам средневековые замки.
На деле же все скатывается в абсолютно унылое побоище на крохотной локации. Удовольствие весьма сомнительное. Сетевой же режим можно охарактеризовать двумя словами. Пока неиграбельно. Stronghold 3 — это провал. Кажется, Firefly Studios стоит пересмотреть свои взгляды или отдать серию на растерзание кому-нибудь другому. Авось выйдет что-нибудь путное. Пока же, увы, мы не можем порекомендовать такую игру никому. Удачи и до встречи на Playground.ru.